Игорь Викторович, здравствуйте. Первый вопрос, с которого хотелось начать нашу беседу, это водоснабжение в Ахтубинском районе с наступлением весенне-летнего периода. Были неизбежны аварии, порывы. Как состоят дела вот на сегодняшний момент и как решается вообще в общем проблема? Добрый день. Да, действительно, вы правы. У нас сложилась очень серьезная ситуация. Возникли трудности с водоснабжением сел Сокрутовка, Пироговка, Золотуха, Удачная. И, как всегда, Копьяр. В настоящий момент по Копьяру завершено строительство первой части водопровода от подкачивающей станции Знаменска до улицы Красина в селе Капустин-Яр. Произведено подключение этого нового водопровода в систему Копьярского водопровода и уже 2 недели подаем воду. Также завершена работа по строительству подкачивающей станции в селе Солянка. С этого направления мы стали подкачивать воду. В первые 2 недели возникли сложности из-за того, что давление в поселке поднялось, и возникло огромное количество аварий. Конкретно на улице Красин за первые 2 дня было устранено 6 аварий, за неделю устранено 16 аварий на улице Красин. Также по селу возникли следующие трудности. Люди, не понимая, что вмешиваются в то, что не знают, закрывают краны, задвижки, а иногда просто забивают, скажем так, пойдем кувалдами, чтобы вода не пошла дальше, чтобы у него была вода, в связи с чем они нарушают нормальную работу распределения воды по селу, вот, вмешиваются в работу, которую не понимают, и у многих людей из-за этого возникают трудности с водоснабжением. Не далее, как вчера, я был в поселке Капустин-Яр, в верхней части его села. На тех улицах, на которых вода не поднималась, грубо, последние 2-3 недели, вода появилась. Да, напор слабый пока что. Вот. Это связано с тем, что вода, постепенно поднимаясь по селу, люди начинают набирать колодцы, свободную тару для того, чтобы запастись водой. Вот. Если аварии не будет, то потихоньку водоснабжение наладится во всем поселке. Вот вчера выяснилось единственное, что в больнице у нас плохо с водоснабжением, вода практически не поднимается. Сегодня туда была отправлена бригада, они разбираются с этим вопросом. То есть по Копьяру постепенно мы ситуацию налаживаем. Вот, я лично ее контролирую. Еженедельно сюда приезжает министр ЖКХ и строительства Корнилев Василий Игоревич. Он сам лично встречается также с людьми по Копьяру. И со следующей недели, я думаю, мы начнем работу уже по второму этапу строительства водопроводов в селе Капустин-Яр. А в чем оно заключается? Мы проведем такую трубу такого же диаметра, 250, уже непосредственно по самому селу, это 4 километра. Она пройдет по улице Красин, выйдет там на Кузбасскую, по улице Ленина и дойдет практически до той части села, которая ближе к Астрахани. Вот. Что позволит распределить давление по всему селу, и тогда ситуация уже будет решена практически на 100%. Следующим этапом мы планируем заняться уже разводящими сетями, именно по Копьяру, замену задвижек, вентилей и так далее, чтобы к каждому двору подать уже нормальное давление воды. Что касается южных сел, вчера была завершена пайка трубы за Болхунами, 3 километра, 250-й трубы также спаяли. Это участок в так называемом районе хутора Золин, где ежедневно происходит 1 или 2 аварии, в связи с чем падает давление на подкачивающую станцию села Сокрутовка, и мы не успеваем за ночь набрать воды. Из-за этого в начале мая, с начала мая и вот где-то по 15 мая там были сначала перебои, а потом, когда возникло огромное количество аварий, из-за того, что стали поднимать давление, чтобы вода доходила до всех сел, появилось огромное количество аварий. 3 дня эти села, вот, южные, которые я назвал, сидели без воды. Сегодня-завтра мы проведем переврезку этой новой трубы, и ситуация там значительно улучшится. Хочу сказать, что сейчас вот на юге у нас проблемы только существуют в селе Золотуха. Там несколько улиц, по какой-то причине вода не доходит. А так за ночь успеваем набрать подкачивающие станции села Сокрутовка. И с утра, с 6 утра, ориентировочно до 10-11, иногда до 9 часов утра, мы подкачиваем, подкачивающую станцию включаем, и вода во всех селах есть, во все села доходит.
А следующим этапом это будет замена трубы 315 в районе Батаевки. Это когда проезжаешь от Батаевки до Батаевской балки, также видно по правой стороне дороги, огромное количество аварий. Это тоже одна из причин того, что вода не доходит до южных сел. Вот эту трубу сейчас паяют активно. И думаю, к концу уже следующей недели мы ее подключим. А вот что касается обеспечения населения технической водой в вот таких экстренных ситуациях, здесь система отлажена? В первый день где-то были сбои. А далее у нас у МУП ЖКХ «Универсал» сейчас в наличии машина для подвоза именно уже питьевой воды, даже не технической, а питьевой воды. То есть первый день мы подвозили техническую воду, обратились к пожарникам «Волгогазпасу», также обратились в МУП «Чистый город», города Ахтубинска. У них есть машина для полива зеленых насаждений, КАМАЗ. К ним обратились, и техническую воду мы первый день подвозили. Со второго дня, вот ситуация, когда не было водоснабжения южных сел, мы стали подвозить уже питьевую воду. Получили санитарно-эпидемиологический паспорт на эту машину и уже подвозили воду непосредственно питьевую. То есть ею можно было пользоваться, даже просто пить из машины. Сейчас эта машина находится в Копиаре, потому что это самая основная сейчас проблемная точка, поскольку там очень частые аварии из-за повышения давления. И вот два дня на прошлой неделе, пятницу и субботу, мы подвозили воду в селе Капустин-Яр. Подвезли 7 машин с питьевой водой. Как бы, ну, скажем так, уже к концу субботы, начало воскресенья, ажиотаж был, уже спал, поскольку вода появилась в самом селе. Вы сейчас затронули тему создания в Копьяре ахтубинских водопроводов, нового предприятия, да? И в марте на дне местного самоуправления говорилось о том, что неизбежно, что МУП ЖКХ «Универсал» объявит себя банкротом. Это на деле как вот сейчас проявляется? Все по плану идет, то есть вот сейчас объявит себя банкротом, строительство водопроводов будет продолжаться, и потом этот водопровод будет обеспечивать водой весь Ахтубинский район. Ну, пока ситуация, скажем так, даже на «Универсале» несколько стабилизировалась. Вот. Мы стараемся снизить задолженность по заработной плате как руководство предприятия, так и со стороны администрации. Также вкладываем все силы в ремонт разводящих сетей и магистральных водопроводов. Работаем с абонентской базой для того, чтобы повышать собираемость средств за поданную воду. Вот. То предприятие, которое вы назвали, Ахтубинские водопроводы, создано для того, чтобы приобретать воду в Знаменске. Как вы знаете, предыдущим руководством были допущены значительные долги перед Знаменском за поставленную воду. И у руководства МУП «Теплосети» были обоснованы претензии о том, что мы им не заплатим за ту воду, которую они сейчас поставляют в Копьяр. Вот. Для этого и создавалось это предприятие, для того, чтобы заплатить за воду перед поставщиками. Вот. Далее это предприятие, скорее всего, будет переформатировано, также будут добавлены функции, как я вижу, будут добавлены функции по обслуживанию школ. Очень сейчас много вопросов, связанных там, с ремонтами в школах, с теми же ремонтами ограждений школ. То есть оно будет полноценным предприятием, которое будет вести хозяйственную деятельность на территории Ахтубинского района и будет помогать в решении хозяйственных задач, которые стоят сейчас. Вот. Это как также подготовка к зимнему периоду, ремонт котельных и так далее. То есть все, что можно сделать в районе, чтобы не нанимать сторонние организации, не тратить деньги на сторону, а собственными силами ремонтировать. То есть пока о банкротстве «Универсала»? Пока о банкротстве «Универсала» речь не стоит. И банкротство, это, скорее всего, будет... Ну, может быть, кто-то из кредиторов подаст на базу руководства, вот тогда это предприятие объявит себя банкротом. В настоящий момент пока работаем. Вы очень часто проводите встречи с местными жителями в населенных пунктах. Проблема воды, конечно, она стоит, но еще ряд других, наверное, важных проблем, с которыми обращается население. Что это за вопросы и какие вопросы удается разрешать, какие нет? Вот как сейчас обстановка? Как часто вы вообще ездите? Ну, ездил я со своей командой каждый четверг в село.
Вторым вопросом стоит вопрос обеспечения электроэнергии. Вот, это очень важный, как оказалось, тоже вопрос в связи, по-видимому, с ветхостью разводящих сетей электричества. Вот. С руководством РСК Юга мы в плотном контакте работаем, то есть они стараются реагировать на наши жалобы. Но тоже есть какие-то определенные нюансы и временные сроки по устранению этих жалоб. Вот. Следующим вопросом это дороги в селах. Вот. Этот вопрос наш. К сожалению, финансирование маловатое. Вот. Но сейчас решаем вопрос о передаче большого количества дорог по большой протяженности на региональный уровень. Это связано с тем, что трасса Волгоград-Астрахань передается на федеральный уровень. У областного правительства освобождаются денежные средства, скажем так, и оно хочет направить уже на развитие такой местной сети дорог эти деньги. Вот. Думаю, что в этом году у нас по району запланировано около 7 миллионов денежных средств на поселки. Это в Копиар запланировано 3 миллиона 200 на ремонт дорог. И 3 миллиона запланировано на Балхуны, чтобы уже основательно зайти в село и сделать. Вот. В следующем году мы планируем ремонт дорог по другим муниципальным образованиям. Если в этом, к сожалению, денежные средства дорожного фонда можно тратить только именно на ремонт дорог, а ямочный ремонт относится к обслуживанию дорог. Поскольку в бюджете Ахтубинского района не были заложены собственные средства, вот, пока ямочный ремонт мы проводить не можем. Думаю, что будут проведены какие-то уточнения в бюджет, и надеюсь, что мы изыщем средства для проведения именно ямочного ремонта, что особо важно вот именно в малых селах. Как бы дороги там удовлетворительном состоянии. Вот ямочный ремонт необходимо просто провести практически везде. Получается, вода, свет, дороги, газификация Ахтубинского района. Газификация Ахтубинского района. Ну вот мы последние две встречи ездили с Василием Игоревичем Корнельевым. Вот, и он ответил примерно так на этот вопрос, что в этом году запланирован газ, то, что он дойдет до города Харабали. И затем региональное правительство выделяет денежные средства на то, чтобы газифицировать именно Харабали. Далее труба пойдет в Ахтубинский район. Уже сейчас мы написали письмо от Ахтубинского района о том, чтобы нас включили в программу по разработке проектно-сметной документации по южным селам. Это очень важный вопрос, чтобы когда к нам газ дойдет, ориентировочно вот сейчас называются сроки где-то 2020-2021 год. То есть эта труба дойдет от Харабалей до Ахтубинска и будет проходить мимо всех южных сел. Но к тому моменту, когда газопровод дойдет до села, у него должна быть проектно-сметная документация и уже полностью все оформлены, решены все эти формальные вопросы, которые отнимают, к сожалению, огромное сейчас количество времени и средств. Решены все формальные вопросы о том, чтобы уже запустить строительство газопровода именно разводящих сетей по селу. Пока что это вот такие планы, грубо, перспективные. Вот, ну, мы в них работаем и участвуем. Говоря о перспективных планах, какие еще планы у нас такие положительные? Все меняется, жизнь в лучшую сторону меняется. Вот и о перспективах таких вот положительных, что у нас еще планируется по району? Ну, планируется по району, ну, уже не только планируется, а будет в этом году. Это солнечная станция в районе села Сокрутовка на 60 мегаватт. Вот. И ветряная станция в районе села Пироговка тоже на 60 мегаватт. Это интересные инвестиционные проекты. Как бы со своей стороны мы стараемся в кратчайшие сроки подготавливать всю требующуюся для них документацию. Это оформление земли и разрешение строительства. Вот. Ну, практически уже все завершено именно в формальной части. И думаю, что за лето они построят и солнечные станции появятся, и ветряные станции в Пироговке. Не могу не затронуть тему предстоящих выборов. Вот какие трудности сейчас возникают с тем, что не могут утвердить дату? В предстоящих выборах я трудности вижу только одну – это финансирование. Скажем так, те 2,5 миллиона, которые необходимо будет потратить на выборы, вот, я бы потратил на ремонт садика. Вот, а других вопросов нет. Как бы 13 числа, я думаю, депутаты назначат уже точную дату выборов, назначат процедуру выборов, скажем так. И ориентировочно в районе 20 числа, по-видимому, начнется процедура подачи документов, кандидатов.
на должность главы муниципального образования Ахтубинский район. Ну, где-то к концу июня, я думаю, мы уже будем знать, кто подаст документы и кто пойдет на эти выборы. Что касается вас? Что касается меня, я дождусь срока подачи документов и приму окончательное решение. То есть пока для пока нас что, и для вас это вопрос? Да, для меня это вопрос, ну, как бы для всех вопрос, скажем так. Вот. Ну, скажу, что работа очень интересная, трудная. Вот. Меня больше вызывает трудности о том, что необходимо больше, к сожалению, времени уделять не экономике района, а вот в связи с тем, что это должность выборная, нужно очень много времени уделять на то, чтобы встречаться с людьми, вот, объяснять им то, что ты хочешь сделать. Как бы, я больше экономист, чем политик. Вот. Поэтому мне проще работать и делать что-то, чем, скажем так, объяснять, почему я так сделал. Ну, я думаю, что за эти 4 месяца немножко переучился. И теперь я с удовольствием встречаюсь с людьми, слушаю их проблемы. Вот. Ну и часть проблемы уже решаем. Ну, основная проблема, вот, которую я вижу, это все-таки вода. И думаю, что до конца июля она будет решена уже у нас в Ахтубинском районе на 90%. То есть перебоев таких с водой, которые были по 3-4 дня, уже не будет. Ну что же, Игорь Викторович, время покажет. Будем ждать. Впереди, наверное, нас ожидают еще новости. Поэтому... встретимся еще раз. Спасибо. Вам спасибо большое.